вами снова скутер. А это значит, что перед вами прохождение Gran Turismo 3 для второй PlayStation. Теперь все свои видео я буду записывать именно таким голосом. Да нет, я шучу, конечно. Это я решил просто опробовать технику ASMR. Ну, кому интересно, тот может на YouTube погуглить и узнать, что это такое. Ну, а если серьезно, то мы продолжаем проходить Gran Turismo 3 A-Spec. И в этой серии мы с вами замутим лицензию International B. Уже я так глянул, что там в Amateur чемпионатах там уже нужна кое-где International B лицензия. Ну и в общем давно не было. Так что давайте приступим к насилованию самих себя. Так, и первое задание у нас это круг. В общем, он нам уже встречался и не раз, но здесь мы с вами впервые сталкиваемся с особенностью Gran Turismo 3, и эта особенность называется «Прошел дождь», и нас заставили по мокрой трассе проходить лицензии. И надо сказать, ох, да, надо привыкать. Даже не как в ралли, но машину несет достаточно сильно. И надо привыкать, она плывет прямо. Буксует, блин, просто жесть. В принципе, если сильно на газ не давить, то более или менее можно, но надо все равно приноравливаться. Вы меня сразу простите за некие мои ошибки вот эти вот. Просто, ну, сами понимаете, я вообще впервые сталкиваюсь в Gran Turismo с водой, ну, в третьей части. До этого у нас такого с вами не было. И надо еще сказать пару слов, что вот опять же в том журнале Official PlayStation Magazine я об этой фишке слышал, что да, дождевые гонки, дождевые трассы. Вот, и там, кстати, очень хвалили, ну вот видите, опять даже времени не хватило. И в журнале были скриншоты, как вот, ну, бликуют свет от фар, свет от огней стопорей. Сейчас я, кстати, стартовал, ну, дозированно газ, не на полную держал, поэтому, видите, сам от себя оторвался. Так что, да, здесь надо газ очень плавно нажимать, на джойстике достаточно трудно. Так вот, я тоже буквально мечтал, о, круто, дождь, нифига себе, как смотрится. Там, правда, было написано, что на скриншотах половины не видно той красоты, которая есть в реальности. Но все равно даже скриншоты выглядели очень круто на канале. Конечно, воображение работало на полную, там еще дополнялось, как, конечно, в то время. Как мне хотелось это все дело попробовать. Сейчас, конечно, уже не так сильно впечатляет. Ну, как бы прошло время. Немало, да? Так, ну вот с какой там с третьей попытки, кажется, удалось взять бронзу хотя бы. Так. Ну, опять же, повторюсь, что здесь я упарываться особо не собираюсь. Ну, то есть, бронза так бронза. Ни золото, ни серебро не буду стараться заработать. Ну, хорошо, конечно, было бы отхватить парочку серебра, может. Но не факт, что это получится. Так, опять. То же самое. Понял я, в чем отличие. А, круг больше. Ну, в общем, немножко приноровился. Здесь просто не нужно сильно газовать. Надо держать определенную скорость, вот найти как бы предел, когда машина начинает сносить. И за этот предел не стараться не залазить. Вот около 120, да, здесь получается, километров в час.
Вообще интересно, конечно. Знаю, может, если чтобы на золото сдать, вполне возможно, надо в дрифте проходить, то есть как-то машину под углом поставить, чуть посильнее атаковать, как бы, да, но сейчас задача не стоит взять золото. Сейчас, в принципе, главное взять хоть что-то, что здесь дают. Давали бы железку, так я был бы согласен и на железку. Или на деревяшку какую-нибудь, полено. Так, ну вот, тем временем два задания уже прошли. Второе задание, видите, с первого раза получилось пройти. Так, вот, уже какая-то реальная трасса. Это у нас Сиэтл. Ожидает задание какое-то в Сиэтле. Только что-то не обратил внимания, какая машина. Так, S2000, да? S2000. У нас сейчас поворот будет с железной дорогой. Оу! Что-то, блин, меня вынесло. Основательно, конечно. Ах ты, время кончилось. 24.6, а там 4.5. Блин, чуть-чуть не хватило. Буквально десяточки. Так, ладно. Ну, я ошибся в первом повороте. Ага, вот тень уже есть. Да, вон тень куда уехала. Ай, лошара! Не умеет ездить. Так надо учись. Так, ну сейчас, надеюсь, сдал. О, на секунду сразу превзошел. Блин, ну правда, смотрите, до серебра все доходило 60. Да, достаточно крутое время. Так, что там дальше? Четвертое задание уже. Почти половина. Так, опять Сиэтл, да. И Корвет. Корвет 6. Тоже одна из моих любимых тачек. Ладно. Тут все задание уже с... не с нуля скорости. Так, какая-то первый поворот. Да ё-моё, ну вот опять я поздно начал тормозить. Повело маленько. Блин. Ой, все равно бронзу взял. 24. Ну блин, что-то как-то коряво проехал. Да? Вам не кажется? Давайте я это задание перезайду. Что-то мне не понравилось просто сам заезд. Так, день это опять мешается. Спина серебра не так далеко. Ну-ка. Куда уехал? Ай, повело, повело, черт. Блин. На равных, да, с ним? А, ну чуть-чуть. Чуть-чуть превзошел буквально там на какие-то тысячные. Блин. Опять меня это. На выходе из поворота. Ладно, давайте еще разок. Все, третью попытку сейчас сделаем. Что-то пойдем дальше. Так, блин, все равно что-то сносит. Ну ладно, окей, вот еще две десятки снял. Блин, правда там до серебра совсем чуть-чуть. Ну ладно. Сам же сказал, что последняя третья попытка и все. Что не буду упарываться. А то такой перфекционизм рискует затянуть серию. Так, пятое задание. Это у нас Grand Volley. Эски. Шикана. Ух ты, тачка такая. Porsche. Carrera.
Феррера Спайдермен. Чё так бурчит? Достаточно агрессивно. Ой, я что-то думал, до финиша аж надо ехать. Ага, ну ладно, бронза опять же. Тоже не так далеко от серебра, но... Ладно, идем дальше. В любом случае. Так, шестое задание. Ой-ой-ой, ничего себе, это что? Блин, это слалом. Чёрт, нелюбимый мой. Ай, как я не люблю слалом, но вы-то уже знаете. Черт, чувствую, сейчас застрянем на этой теме. Сейчас буду эти конусы забивать. Какой-то комплекс стрим. Гляньте, какая трасса. Интересно, у меня есть. Ой. А че это? Какой-то слалом. Это какие-то эски, как Сузуки. Ё-моё, что, блин, растерялся я аж. Неожиданно. Время кончилось. 27.8. Ого. Больше, чем на 1.5 секунды отстал. Ну, что-то, блин, я думал, что классический слалом будет. Ну, как с бонусом этим. Просто эску дали. Ай-яй-яй-яй-яй. Не, ну так все равно попроще. Вот с таким слаломом все-таки нормально должен сдать бронза. 6.0, 6.2. Ну, немножко превзошел время бронзы. Ладно, идем дальше. Но осталось всего два задания. Вообще достаточно неплохо идем. Так, то же самое, что только что в обратку. А, нет. Какую обратку? Без этих, без помощников. О как. Без помощников, точно. Ага, во-во-во. Поршень уже тут сразу в жопу несет. Терять его легче. Тут были стабилизаторы включены. А теперь уже все по-взрослому. Так, ага, и опять время исчезло. В смысле, не исчезло, а кончилось. Так, что, надо собраться, надо собраться. Это все-таки расставлено, срезали. Да, выносит больше. Ой, как он близко-то. Примерно 5 не сдал. Что-то я думал, лучше проехал. Да. Ладно. Третья попытка. Так, ну вот сейчас по-любому должен сдать. По-любому, да, стал Ланду. Да, 25.7. Превзошли время. Нормалек. Финальный тест остался. Так, блин, чё же не на финальный-то поставят? Все тут уже... Ну так, достаточно сложненько было. О, Apricot Hill. NSX Type S0. Ништяк. NSX-ик. Как раз в прошлой серии мы с вами прикупили NSX.
Ну, стоковый NSX он классный парень. Не настолько бешеный еще. Так, что там? Первые повороты получается. Первые связки эти бухи. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Короче, тут резина дорожная. Блин, а я по привычке, как в прошлой серии, на сликах стал заходить. Да, здесь резина, скорее всего, у него обычная, стоит стоковая. Не слик, блин. Понесло, ладно, надо тормозить в первом повороте. Да, резина, конечно, огромное значение. Просто колоссальное. Все равно, вот чую херовенько проехал. Еле-еле. А, нет, даже не взял бронзу. Чу, блин. Опять 0,1 всего. Блин. Так, ладно. Вторая, третья попытка. Опять ошибся. Да что ты будешь делать, а? Вообще он мужик вперед уехал. А ну стой! Да, вот здесь я тогда затормозил, зачем? Вообще не ходить. Газой. Так, ну сейчас-то сдал. Пошел, молодец. Да ладно вам! Да ладно! 19 тысячных! 19, блин, тысячных! Капец. Блин, четвертый попыт. Да блин, ну что-то здесь опять снесло. Ну есть, взял, ладно. Взял бронзу с такой, с четвертой попытки. А. Ладно. Не серчайте на меня слишком сильно. Это... Ну, задача была просто как бы, абы как сдать. И все, задача была. Серия вообще получится самая короткая, наверное. Достаточно быстро удалось взять, даже несмотря, что не везде с первой попытки. Вот, ну, ладно. Главное, что цель выполнена. Нам осталось еще, в принципе, две лицензии. Суперлицензия и International A. Так, ну вот, собственно, и все. Серия-то была посвящена прохождению этой лицензии. Поэтому все. На этом мы с вами закончим. Ну а в следующей серии поедем опять в чемпионаты. NSX, вот он, красавец, он ждет. У него еще много задач не выполнено. Вот, так что спасибо большое, что смотрели. Ставьте пальцы вверх, комментируйте обязательно. С вами был, как всегда, Скудер. Всем пока-пока и увидимся в следующих сериях.